Смотрите, как вы дыхаете. Я только пришла, извини, пожалуйста, Любовь Владимировна. Я сначала надо обглядеться, встретить своих друзей, знакомых. У вас много друзей? Очень много. Подожди, я разговариваю, наверное. Павел Григорьевна, а вы танцуете? Очень танцую, люблю. Ждете петь, танцы? Петь, гулять, веселиться. Правильно, в таком возрасте только надо веселиться, гулять. Что еще делать? Отдыхать. Конечно, конечно, конечно. Потанцуем сегодня с вами? Очень это, всегда, пожалуйста, будем танцевать. Фаина Егоровна, мне так интересно, скажите, как вы в вашем возрасте выглядите так замечательно, энергично, такими счастливыми, веселыми? У меня душа поет, я люблю веселиться, я люблю встречаться с молодыми, радуюсь, смеюсь, веселюсь. Такие радостные, не стесняйтесь все время, танцуйте, веселитесь. Чтобы у меня все хорошо. Внутри все горит. Правильно, а как посоветуете им сёрским, чтобы они так же, как вы, были веселыми? Не стеснялись, мы подходили ко многим, все боятся, все бегают. А вы вот такие прямо, что посоветуете? Что я советую? Они много жителей, они замкнутые, они всего что-то боятся. Я не знаю дальше, что сказать. Спасибо большое. Хочу пожелать вам, это самое главное, огромного здоровья, счастья, удачи, благополучия. Спасибо большое.